30 января на базе школы номер 2 состоялся муниципальный этап конкурса чтецов, приуроченный к Международному дню родного языка. В нем приняли участие ученики образовательных учреждений города Каспийска. Родной язык – это святой язык, потому что на нем дети слышат первые колыбельные, первые сказки, речь своих родителей. И, конечно же, именно язык – это язык, который помогает нам сохранить то духовное и материальное наследие наших предков. Поэтому конкурс очень значимый. И как, где, как ни в Дагестане, проводить его с нашим многообразием, многоязычием. Конкурс проходит среди воспитанников 11 классов. Юных чтецов будут оценивать специально приглашенное жюри по следующим критериям. Выразительность речи, театральное искусство и сценический образ. Сейчас проходит муниципальный этап конкурса. По результатам муниципального конкурса будут сформированы списки команды учащихся для участия на республиканском этапе. Стоит подчеркнуть, что сопровождался конкурс торжественной концертной программой от воспитанников школы номер 2, которые, в свою очередь, окунули присутствующих в атмосферу колоритного Дагестана. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».